Я в вечном поиске себя. Постоянно возмущаюсь, мол, все не так, и я не та, что мало в жизни добиваюсь. Хотя вся жизнь сплошной салют, насыщенный, шумный, яркий. Но, видно, мало для меня, и жду особого подарка. А ведь он рядом, он во мне. Его заметить очень важно. Он в теле, он в моей душе и делает меня отважной. Он – то зерно с набором качеств, отличных на земле от всех. Это мой ген, моя душа, которой нужен был успех. Желание жить, творить, любить, дарить все то, чем я богата, делиться опытом, где надо, а где не надо, тормозить. Мой ген учил меня дружить, просил прощать, коль так возможно. Однако, если было сложно, то просто нужно отпустить, нести с достоинством себя, не предавая то, что ценно, делясь с другими откровенно, от сердца искренне любя.